Всем привет, меня зовут Виктор, и это Horizon Zero Dawn. Продолжаем изучать, покорять просторы этой заснеженной равнины, целины, пустоши, короче, называть как хотите. И, в общем, сегодня мы... Ух ты. Это что такое? Лагерь бандосов? А, ну ладно, надо будет зачищать эти. Так, сперва мы найдем направляющую. А потом зачистим лагерь бандосов. Так, а только... Давай сюда. Тупик? Как так? Понятно. Да что ты? Что за бред? Подожди, мне наверх, получается, надо подняться, да? А наверх подняться. Это где-то в обход. Вообще отлично. Не, ну хорошо, что хоть здесь это. Оба машинки. Что-то я, по-моему, машины первый раз встречаю, да? Либо я уже подзабыл, но, по-моему, машины я первый раз встречаю. Ну, точно, козел блеет, значит, так оно и есть. Я, конечно, охеренная. Еще бы вот это, если бы на компе вышло The Last of Us и Days Gone. Вот бы я тоже в них с удовольствием поиграл. Так, там какая-то тварь стреляет. А, это, да, опять? Беги, Элой, беги. Теплее будет. Замерзла, замерзла Маугли. Проверка безопасности. Этот комплекс, как говаривал мой отец, все равно, что полыхающий мусорный бак. Тут всегда без пяти минут катастрофа. А этот Малиновский, он источник всех проблем. Вот запомните мои слова. Только о своем проекте и думает.
Точно, Малиновский мудак. Кому такое дело, что в каких-то там стоячих водоемах вода переливается цветами радуги? И чё? Если это все еще читать, вот эти вот все, что тут, блин, находишь, еще прочитывать, то, ну, игра, наверное, точно раза в два дольше будет проходиться. Не, ну, может, кто-нибудь скажет, ну, ты гад. У меня на компе эта игрушка не тянет. Я бы там все перечитывал, если бы там, да. Ну, а я такой нехороший человек, лишаю вас удовольствия. Ну, не хочу я читать. Не хочу. Так, какой уровень? Мороз чем-то похож на солнечный ожог. Ага, с противоположным знаком, 23-й. О, подожди, так тут их... Тут что, несколько? Да блин. И чё? О, надо эти хилки включить. Не, я с вами тут рамсить не буду. Я эту херню перехватил, теперь идите нахер. Я не хотел... Нырять, я перепрыгнуть хотел. Ты. Льдинки толкать можно. Отлично. Ничего, что погоня. Дроп, лут никогда не повредит. Это мне поможет. Поможет, поможет.
где я вообще? Так. 48 уровня вышка, охереть. Че она такая крутая-то? А вот еще вышка. Так, а я откуда-то? Скала плача. Судя по названию, на эту скалу ходят плакать. Понятно, там пока залезешь, там, блядь, весь изрыдаешься. Че, типа, поближе не, нечего было найти. О, костерок. Если Икри не вернется... Вернется. Ей все по силам. Но если Икри. Нет, Икри. Значит, теперь я бросаю копье дальше всех. А я быстрее всех карабкаюсь по льду. Вы прошли одну проверку. Теперь проверка молчания. Вот, отлично, он их это заткнул. Зачем ваши охотники забрались в такую даль? Мы из белых зубов спустились с челюсти Банура, чтобы испытать новых воинов. Испытать в охотничьих угодьях? Нет, это испытание. Выжить на леднике колкой тропы, как наши предки. Колкая тропа. Суровый сезон. Двое еще не вернулись. Мы подождем. Затем почтим их память. Затем уйдем. И вы не будете искать пропавших охотников? Со временем. Однажды настанет оттепель, и талая вода вынесет их тела. А-а-а. Невероятно. Если есть шанс, что они живы, я пойду за ними. Даже если они живы, они не примут твою помощь. Для нас умение выжить священно. Больше ни на что нельзя положиться. Посмотрим. Mm-hmm. Выживание священно. И бросают людей на погибель. Ну, они выживание неправильно понимают. Можно же выживать. Коллективное выживание и персональное выживание, да? А так как они в клане находятся, это должно быть какое-то, скорее всего, коллективное выживание. Один за всех и все за одного, да? Сейчас кто-то там довыё и по роже получит своей. Берега попутали, что ли, мудаки? Че вы толпой-то нап... А че? Слышь? О! Стой! Барсук.
Я вас не отпускал. Я вам не разрешал уходить. Ты атаку сделала, конечно. Так, здесь где-то еще одно тело должно быть. А вот, нет, это нет. А вот. Нужно было взять телегу. Конечно. Телегу, телегу, тележеньку. Не, ну мы, в принципе, вот здесь обойти можем. Здесь даже поближе будет, чем вернуться туда-назад. Что-то он залезть туда, чтобы скатиться по тросу. Я, знаешь, что хочу? Так сейчас разогнаться и... Ну, Новый год все-таки, ептать. Прикольно. Стой, почему ты опять мне показываешь, что вот сюда надо идти? А, ну то есть ты мне показываешь на тропу, куда надо идти, да? Ой, блядь. Вот это вот меня путает. Ну, она как бы указывает направление, куда надо идти. Прощай, Гризли. В последнем мире медведь Гризли. 23 ноября 51 года. Ну, ладно. Покойся с миром, Мишка. Козлевич, стой. Ух ты, и там эти. И там эти. Как? Охотники или как они там их называют? Так, но этих мудаков пока не слышно. Все,
все, заебись. А сейчас будет мясо. Да? Сейчас будет мясо. Ну ладно. А, нет, ты замерз, что ли? Самолет, охереть. Подожди, а что здесь было? Из нее что-то вытащили. Может, найдется еще летучая машина. А, они, короче, он типа вот про вот эту говорил. Летучая машина. Самолет, крылья сложены, да? Ну, понятно, что найдется. Найдется там, где сейчас засада будет, где куча этих железных тварей будет. Естественно, найдется. Все, я по фулу. Ничего себе вот эти штуки. Прям. Может, визор здесь что-нибудь найдет? Давай позырим. Лишняя тяжесть. Лишняя тяжесть. Провода все, что ли? Пипец. Так. А вот теперь, что ты скажешь? Лишняя эта тяжесть или нет? А, нет, что-то. Может, здесь пригодится визор. Ну, давай. Повреждено. Видимо, здесь побывали банук. Банук, да? Видимо, здесь побывали бамбук. Покурили бамбук. Видимо, здесь банук, покурили бамбук. И... А, блядь, вон же лесенка. Ух ты, а там это есть какая-то фиолетовая херня. Фигурка животного. Очень древняя. Интерфейс. Что, сможем за... Нет, мы тут не сможем, если да? Сдвинуть эту летающую машину. Ну, тогда пошли. Двигать эту летающую машину. Только каким образом, да? Толкать самим, что ли? Не, ну тут... А, если понятно. Я ничего не могу найти. Пусть визор поможет. Хераси там. Сколько лет прошло, это херня все еще двигается. О, а ты еще полетаешь. Теперь я могу перебраться. Вот замок двери. Надо изменить конфигурацию. Если эти нахальные техники думают, что я позволю им вламываться сюда и в наглую переписывать программы дронов, они серьезно недооценивают мою целеустремленность. Надо только переустановиться. Может, стоит включить визор? Да я ж включил, что ты базаришь-то? Все уже включено. Элочка. Так что не это. Не тарахти там. Нет места. Я не просил прислать кучу летающих камер. Мне нужна охрана, а не система наблюдения. Охрана подразумевает оружие.
Помяните мое слово. Рано или поздно здесь произойдет крупный теракт, и я не допущу, чтобы из патронов у меня были только холостые. Эту машину закрыли здесь и больше не трогали. Ну, значит, мы здесь сейчас найдем направляющую, да, Элла? Элла, мы найдем здесь направляющую? Мы визором же посветим, да? Направляющая. Вот что мне нужно. Отлично. Мне вот знаешь только что интересно, а где здесь прячется кто-то? Я вроде все проверил. Направляющая объект, особый предмет, ну давай. Будет нетрудно вытащить. Угу. Все? Покажу шаману, как вернусь в грань песни. Ангар для дронов. А вон. Фаро. Слушай, ну тут как бы ебиться сердце перестало. Откуда ты такой пришел? Пошел нахер. Нахер пошел. Я не хочу с тобой сражаться. Пошел нахер. Давай. Оп. Прыгай. Элла, мы валим отсюда. Валим, говорю, отсюда, Элла. Валим. Элла, валим. Значит, это улучшит мое подъем? Надеюсь, ты не умеешь лазить. Я так и знал, что будет какая-то тут западня. Ну ничего, вырвались. Мы вырвались. Тихо, тихо. Шаманские тайны нельзя произносить вслух. Ты вот это имел в виду? Привяжи его к копью. Прикрепи к нему пока вот это. Потом ты найдешь еще. Чё там, да? Синий свет угасает. Песни машин иссякают. И что делает совет? Сидят, поют, наблюдают. Угу. Хватит. Мы должны бороться. А ты? О, ты борец. У нас общая цель. Насчет этого не знаю. Я даже не знаю, о какой цели речь. Но спасибо. Благодарность не нужна, только действие. Теперь я могу цеплять к копью разные детали. Да ладно. Можно попробовать улучшить копье. Да ладно. Неужели? О, аллилуйя. Наконец-то у нас копье стало фиолетовым. В рот тебе компот. Спасибо, блядь. Чё за нахуй? Чё, ебанулись, что ли? Блядь, мне так не втыкает. Хуя себе.
Наебали меня. Аурея сказала, чтобы я нашла ее подругу, художницу. Видимо, у Банок картина особая наша. Приятно встретить доброго друга. Хранить синий свет. Вот наша цель. В смысле? Я чё, проеб... Но... Всё, всё. Так... Теперь у меня еще три котла надо вскрыть. Так, 5 очков навыков. И что я могу? Завирак. За... Азерот. Так, побочки. Ага, ну ладно, давай. Двое охотников пропали. Вообще не по пути туда. Ну ладно. Так, а тут барыг нету, да? Через горы. Пойдем попробуем по прямой. Может получится. Испытание на сноровку буревика. Все большие машины. И чё? Да идите вы нахер. Просто для чего мне нужна поддержка Банук, я уже забыл. Забыл я, для чего поддержка Банук мне нужна. Нет места. Ты барыга? Барыга. Ну тут... А ты холодом, что ли, стреляешь? Электричество, холод и...
Самый прикол это ударный, наверное, самый топовый, да, будет. Ударный бы я бы взял для себя, да? Ударный. Но мне еще надо три самоцвета найти. Ладно. Подожди, здесь костер. А почему ты на карте не отображаешься, что здесь костер? Интересно. Может пригодиться. Угу. Конечно, конечно. Столько раз уже пригождалось. Да ладно. Зашибись. Эй, внизу, поберегись. Вообще отлично. Надо повыше забраться и с горы их разметелить. Да? Пилозубы сраные. Слышь, пилозуб. А чё ты такое-то? Огоньком тебя надо было, что ли? Вернись, я все прощу. Нормально вас огоньком прям жарит. Так, а ты чё? Ты тут чё другана своего оставил? Не по-пацански, это не по-пацански. Куда? Ближе подойди, мне далеко бежать за тобой. Блин, у меня столько рюкзак уже перегруженный.
главное. Костер освободили. Очистили костерок. Чужачка, да? Ну, а кого бы еще принесло на мою тропу? И что это за тропа? Прочь от традиций. Прочь от Верака. Это не... Чтоб вам. Им нужен металл. Но мне он нужнее. Банук не принимают помощь. Это правда? Они нет. Я да. Окей. Ой. Ну что, проверим копье в действии? Чё, блин, сильно умный? Ах ты тварь. Да чтоб вас, гадов. Порхай, как бабочка, жаль, как оса, да? До свидули. Все? Всех? Тогда мне придется что-то оставить. Нет, мы ничего не будем оставлять.
хочу путешествовать налегке. Хорошо, держись. Я и Крис. Спасибо. Я Элой. У белых зубов пропали два охотника. Тебе вроде ничто не мешает уйти, так что... Я осталась из-за другой. Майлин. Она сломала ногу, спускаясь по льду. Я ждала, сколько могла, но ей надо вернуться в Верак, пока они не ушли. Пойдем. Давай доставим ее к Вераку. Ладно. Есть шина для ее ноги. Снадобье, чтобы унять боль, но добровольно помощи она не примет. Закон выживания. Законы не должны разделять нас с теми, кто нам дорог. Ну а если эти законы ей дороже? Да. У меня уже много вещей. Пошли искать эту. Пойдем. Кукундру. Чучундру. Светло. Ёлк, твою мать. Подожди, это... Я понял, это ночь. Не, ну если это светло, то ладно. Пошли. Идем наверх. Да, веди наверх. Я тут просто пособираю пока травку. Всякую фигню, какая будет попадаться. Вот куда мы идем. Куда? К замерзшему потоку из льда отца. Он забирает многих. Это... Ее он не получит. Мы этого не допустим. Это водопад называется. Замерзший поток — это водопад бывший. Ну, у вас-то, конечно, это поток отца. Еще выше? Нам повезло. Упоры оттаяли. А, то есть она лезла не по оттаявшим отпорам, да? Отлично. Вот. Снова отключилась. Вдвоем мы отобьемся от машины, защитим ее. И еще одна традиция нарушена. В этом деле, чем дальше, тем проще. Что? У вас что там, блядь? Чё за огневолки-то ещё? Вы чё, ебанулись? Где огневолки-то, блядь?
Блять, ты хоть это помогаешь мне там, нет? Все, всех перебили. Дай хоть травки соберем. Ху, блин, плотно.
найду тебе применение. Такой жар почуешь даже на морозе. Зря она шла на больной ноге. Ведь она все слышит. Это чужачка. Это ты ее привела? Ну да, сбегала в земли Нора за копьем, чтобы воткнуть между нами. Я сказала, испытание... Мое. Я пройду сама. Я выживу сама. Что тебе дороже, Майлен? Нога или гордость? Потому что тебе придется выбрать. Хорошо. Знаю, ты на меня зла. Но я клялась, что белые зубы тебя примут. Так и будет. Я вернусь. Одна. Нет. Я хочу сама. Пусть. Не надо. Майлен. Надеюсь, однажды ты меня простишь. Я не приняла от тебя помощи. Так что пускай Верак тебя простит. Да мне нет дела до Верака. Она поймет. Ты спасла ей жизнь. Ты плохо знаешь натуру Бану Кэлой. У нас есть много способов, как выразить злость. И лишь один, как принять извинения. Я пойду своим путем. Мне не место с ними. Теми, кто ее бросил. И мне не место рядом... Икри. Я найду в леднике расселину и выкричу в нее свою скорбь. Пусть она останется во льду навек. Что мне им сказать? Вераку. Что я пала. А она выдержала. Хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, и чё? А, с вождём теперь поговорить надо, да? С вождём. Давай. Тебе есть что? Она тоже сказать? Телепортировалась, что ли? Да, есть. Так покажи мне, чего стоит слово чужеземца. Я небольшой знаток обычаев Банук, но я знаю, что вас заботит соблюдение законов.
Как предписано правилами, она продержалась 4 дня и 4 ночи. Под натиском стихии она выстояла. Разве не этого вы хотели? Так и есть. Отныне Майлен будет носить нашу раскраску. Странница, ты не нашла другую? Ее зовут Икри. Она ушла. Она так решила. Ее имя всегда будет в моей песне. О, у меня 16 самоцветов. Зашибись. То есть я могу лучок взять, да? То есть я могу теперь себе лук взять. И уровень, да? Отлично. То есть теперь я могу взять вот этот вот навык. Так, что, сундуки? Сундук. Так, ну что, я предлагаю на сегодня на этом закончить. Продолжим уже с вами в другой серии. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И до новых встреч.